Здравствуйте, смертные, с вами снова Павел Первый, и мы играем в Hearthstone. Да, детка, у нас потасовочка тут новенькая. Ну, как новенькая, ново-старая потасовку завезли, ну, типа под обложкой новой. Сейчас, в общем, узнаем, какие отличия, но уже что-то похожее, походу, и было. Хотя, кто его знает. Но в любом случае, кстати, скоро Унгора выходит, я об этом в своем подкастике говорил, там рассказывал, что мне не понравилось. Вот, и поэтому, если хотите видеть Унгород, то, конечно же, ваша помощь в приобретении этих комплектов не помешает. Донатики там или в кошельнички скидывайте, я буду вам благодарен. Ну а теперь давайте начнем. Кстати, долгожданный нерф картешек от Близов. Теперь у нас призрачные когти 2, стоит абуканьер единичку хп имеет. Вот, но глазастики все равно будут на вас нападать еще лет 100. А, еще аренка там изменений, куча-куча других изменений. Ну, вы, думаю, так больше, чем я, наверное, знаете. Итак, наша сегодняшняя потасовка называется «Разборки в Прибамбаске». Три босса Прибамбаска решили выяснить отношения лично. Оружием в этой разборке им послужат колоды, составленные из карт дополнения «Злачный город Прибамбас» соответствующих фракций. Вот. А, как многие комментаторы к этой подтасовке подметили, да и я подмечу, тут нету Ай вот этой панды. И шутили насчет того, что ее в мешок тут посадили, этот казак с и этот Ханчо. А я уже забыл его, как зовут, не суть. Окей, нам опять не дают выбора. Видимо, это все-таки старая потасовка. А я это снимать еще собирался, да? Долго ищет противника, однако. Я сейчас усну... Усну же. Даже комментарии вижу, чтобы посмотреть. И только сейчас нашел. Ох, ха-ха-ха-ха. Казакус! Вот это интересно! Я слышу зов. Вот это, слушайте. Вот это другое дело вообще, а. Вот интересненько, интересненько завезли зелки, там есть у Казаксу, ай, вообще за 4 маны что-то там, неужто своих нефритовых пацанов призывает. Я-то думал, мы за классы будем играть, а тут прям, босс-батлы. Чё она там думает 3 часа, давай. Ну, понятное дело, было, думаю, почему я взял 4-5 себе в руку. Если заспамят нам, то такой вжух поставил, и все. Ага, понятно. За 4 маны голем призывается тут. Ну, понятное дело, что она его юзать может постоянно, поэтому... И... Ой-ой-ой, пронырливая ласка. Что мое, кладете в руку случайно зелье. Вау, ну это имба, слушайте, а. Ну, правда, и ставить пока нечего. Эх, вот жалко, что у меня с моим ключом маловато существ. Давай, двух големов поставь нефритовых, я хочу себе второсортного костолома. Кстати, эмоции надо. Здравствуйте. Тупицы. Вау, эмоушены топыч. Я чувствую в тебе силу. Пожалуй, придется тебя убить. Благодарю тебя, слуга. Ох, эти эмоции. Сколько силы. Они озвучили эмоции впервые за всю жизнь. Здравствуй, глазастик. Блин, нафига ты выключила? Я хотел по... Тут спасибо, слушай. Все эмоции, и даже этим не атаковал. Ну, басина, слушай. Ну, басина такая.
Побочные эффекты? Какие побочные эффекты? Так, сколько у нас карт? 4, 5, 9. На одну карту еще хватит. Досадный просчет. Или не отрубил. Я при бомбашком командую. Ну, теперь вы все фразы знаете, Казакуса. Ой, Шаку, Шаку или Шаку. Не знаю, как правильно. На самом деле. О, ща будет мяско. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот я его сейчас поставлю. И такой бам. Потом вот такой. Бам! А потом вот такой. Бам! И такой. И такой. Чё ж делать-то? У меня только один-один какая-то ласка. Да еще 2-3, который сдохнет, и не хочется его убивать. А, инволюцию кину. Теперь все изи. Теперь у нас есть манекен. Спасибо. Сейчас 1-1 вытащим как. Ух. Теперь надо бы что-нибудь разыграть. Я разыграю секрет. И сейчас я такой. Представление начинается! Аптекаря вытаскиваю. О, это не то, что я думал. Поэтому придется ничего не ставить. Ах, черт. Потому что такой поставил аптекаря и убил сам себя. Проклятие. Прикольно. Из этой банки. Из этого консерва монетка может вылезать. Сколько, сколько? Ух, нифига себе. Вот это мощь. Ну это... как я и думал. Так. Давайте-ка... Так, больше боевых ключей, потом... У меня тоже секреты есть, понимаешь, да? Не одна ты с секретами мага тут сидишь. Хотя ты вообще к магам ни капли не относишься. Какого черта у тебя секрет мага? Непонятно. На. Ну, в принципе, на таун 4-5 неплохо овцу применил, да еще и на шестимановое существо. Хотя у него эффект сильный весьма. Ты можешь картошки хорошо потянуть, если тебе повезет. Окей. Так, кто у нас сейчас потолкаем? Все. Там ты у нас, давай, давай, гнома зелье такой вжух кинул, и они такие слабенькие. Ой-ой-ой, он сейчас всех существ разменяет на халяву. Что ж делать-то? Что ж делать-то? Выбери любую карту. Ох, что ж делать-то, что ж делать-то? Он 5-4 поставил. Убил собовцу. Уразумно. В скобочках нет. Хап. Хап. Все. А вот с этим ты что сделаешь, братан? Вот так вот. И да, вот так как я разменял твоих существ, конечно, не самых лучших.
Мог, наверное, дождаться каких-нибудь более крутых, но пофиг. Задело, ребята. Дэм, големы поехали. Ха. Давай. Только сейчас големы. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Вот тебе пень от меня. О! Это еще зачем? Так, 7 урона можно нанести. Тогда насрать. Полицию убить. Фейс Казакус, ёпта. Новая мета. Мета потасовки, конечно. И того, что там 4-6, слушай, ну, немножко проблема, но не сильно. Так, и только сейчас догадался поднять качество ролика Питрейтова. Ну ладно. Так, ну чё там, чё там, чё там, чё там, летальчик, да? А ты взял вот это, выставил. Неразумно. Если у тебя, конечно, нет чем уничтожить хотя бы одну. Хотя у меня, конечно, есть стиль огня скверные. А вот то, что время уходит, они не озвучили. Ах вы! Как вы так могли, а? Слушайте, ладно. Так, давайте откроем 40 пыли наши. Ну, 40 пыли, как я и сказал. 40-40, так. Все, давайте других посмотрим. Я хочу за Ханчо сыграть его. Интересно, какой будет способность, там, не знаю. Усилить руку на 5-5. Ну, по логике его же этого. Нет, за Казакуса я не буду играть. Хотя карты интересные, но я не буду играть за Казакуса. Я хочу за другого героя. Мы ведь смотрим все-таки потасовку, а вы, как знаете, я обычно пытаюсь полноценно рассмотреть все, что в рамках ролика успеваю просто. Так что Казакусом мы уже позадротничали. Давайте к следующего героя нам завезите. Давайте, давайте, давайте. Новый гер. Ару, а это друид Ханчо, это паладин. Големы, к бою! Черт. Черт, 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 не лучшая рука. Карта тоже, наверное, не лучшая. Мне кажется, Ая самый слабый тут. Оба. Здрасте, букани. Ну нормально, слушай, 2-2 получит случайное существо. Больно. Нормально так, слушай, такой на втором руке. Еще существа у него в руки, господи. Это больно. Играть против Хана, чё? Давайте посмотрим. Вот это было здорово. Какие фразы Лаи. Ой, кисунька 2-2, слушай, а. Ух ты! Неплохо! Опачки! Так, ну дайте последнюю фразу выговорить. Ой, все, лично окей. Пожалуй, придется тебя убить. Пожалуй, придется тебя убить. Ход передать, слушай, милаха.
Огрик, Ходик, передай. Ходик, передай, слушай. Уснул, что ли, там? Ай, как забывает передать Хота. В мире грустит один Пашка, когда такое, о таком забываю. Он даже не старается, он походу АФК. Или он думает, что это... это чё, не байт, что ли? Ход. Моя жизнь. Окей, млечные оки в помощь нам. Да прибудет с нами там, не знаю, что-нибудь. А на пятом ходу, если будет там маскировка какая-нибудь, можно детектива выставить. Ну, 1-1 выставлять на четвертом ходу, это бред, мне кажется. Близы перемудрились со стоимостью этой силы, не знаю, трешку максимум можно было запасать. Потому что, ну, нет смысла ее прожимать, не разгонишься ты просто. Только в очень диком уйти, не знаю, когда там у тебя... 2-3 карты останется, ты уже прям вот все разыграешь, тебе уже играть нечего будет, вот только тогда эту силу ты начнешь прожимать. Да он походу реально АФК, слушайте. За Аю не поиграли нормально. Ну я ханчо хочу. У него крутой. Эх, блин, а. Ладно, короче, завозите мне ханчо, и я буду доволен. Ханчо в студию, давай. Ханчо! Ну, давайте угадайте, кто у меня сейчас выпадет. Я вот прямо 100% уверен. Опять это Казакус будет. Хотя я хотел, конечно, бы ханчо, но мне нужен... ханчо, да. Оооо! Вот это... вот это будет интересно. Это наша территория! А это что у нас тут за красавки? Вау, слушайте, вот это интересно. Они нахрен встречаются и не озвучены их фразы. Нормально так, ну блин, а. Добро пожаловать, Прибамба! Школа, конечно, что у нас такая рука стартовая плохая. Ну ты даешь, я впечатлен. Мы ценим твои усилия. Так, ну конечно, дали нам она змея. Абсолютно без. Лучше на дупельгангстера кидай, а. Неплохо. Неплохо. Нехорошо. Эх. Топовые фразы. От наших предложений никто не отказывается. Так, сейчас что у вас в руке, давай. Опасно. Тут. Опасно. Со стволом поэтому собака ходит, а. Действительно опасно. Не подходите ко мне, у меня ствол, ёпта. Сила пожирает меня изнутри. Как же больно забафано, на. Ай-яй-яй. Тебя приглашали? Он трижды подумает, кого ударять сейчас, конечно. Ударит его, забафает мне кого-нибудь и даст ему атаку. Ударит его, ну ударит. И я его разменяю потом. Дэмн, провокация. Черт, это ему может жизнь спасти. Слишком хорошее существо, вот это забафное такое сидит с пятёрками у тебя на третьем ходу, блин.
Ух ты ж, нифига, вот это называется прокнуло, а. Такая рука, такая ручка. Такая кайфовенькая. А у меня, посмотрите, что это такое, что за дрянь. Ай, дубль гангстера. Слушайте, я вот боялся, что ласку забафает, но... Такой черт, а? Ты ласку мне забафал. Она же все равно уйдет. Трог ловить болвана! Трог ловить болвана! Трог, 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 не тупой. Да ладно. Здравствуйте, битва ласк. Здравствуй, Мурок, которого некого забафать. Ой, наконец-то в дупельгангстера попал. Мне нужен доброволец! Так, ну у него, по крайней мере, всего два забафанных существа осталось в руке. Хочу посмотреть, насколько там страшненько это будет, а. Слушайте, мы могли ласку еще сильнее забафать. Ну ладно. Разменялись ласками зато. Абдям-дям-дям-дям-дям-дям-дям. Так. Ух, как больно, слушай. О, мурлоки, мурлоки. У меня просто выхода не было. Мне надо что-то выставить на стол, чтобы он ответил на угрозу, то он будет мне бить фейс. Ух ты ж, ни хрена себе. Слушай, больно? Больно, однако, очень. Две семерки на столе. И он разменивает 0,7. Действительно, почему бы нет? Я разменяю. Ой, все, давай, мелкие сошки. Вау, на. На. Жух. Давай, кто? Гогель-могель, конечно же. Кто же еще? Чувствую, плотненькое будет сейчас, но ничего, Гогель-могеля выставим, вот эти существа же останутся, да? Ты же никого не убьешь, давай там 10-10 выстави. Давай, давай. Тебя приглашали? Вести прибамбаска всегда в курсе событий. Слушай, эта троечка тоже болезненная. Это серьезно. Конечно, сейчас дико ступил. Сначала надо было разменяться, но ладно. Вот теперь пусть пытается бить, а? Давай, все в Гогель-могеле. Всех существ разменяй в него. И промахнись, главное. Но не в лицо мне, пожалуйста. Давай, в кого ж? 4-4, хорошо. Ну, конечно, этого пацана мы бафаем, но это нехорошо. Так, он мне в лицо целится. Лицо. Слушай, все, у него единицы урона там долетало, не хватает, по сути. Так, одним существом меньше, значит, попасть в лицо шанс 33%, как я в Гогель-могеле, и остальные, остальное существо, короче, оставшееся. У него еще 3 попытки. То есть имеет возможность как-то очень сильно сам белится на вид. Слушай, контрабандный товар, ты мне на кой черт, а? И так нету зверей в руке. Вау, слушайте, а? Он не стал атаковать. Эй, бугаи,
штука. Опа. Ну слушайте, круши это конечно хорошо. Ох. Да. От меня никто не скрывается. Стоит ли рисковать, а? Как жаль. Ладно, стоит, наверное. Я так и знал, что он в эту 76 именно. Не стоило рисковать, ладно. Все равно 25% шанса пока остается. У меня сейчас еще крушек такой выйдет. Десятка. Давай. Окей, в Гогель-Могеля попал. Ух, если Гогель-Могель умрет, а? О, давай лицом разменяйся. И в кого же? Больно, слушай, это, а? Пипец как. Ай. Так, 6-8 разменяешься или в лицо пойдешь? Очевидно, фейс. Уй. Ай. Столько возможностей с тремя существами разменяться, алёсики. Твою ж мать. Я должен прятаться, чтобы сохранить свою свободу. Мы ценим твои усилия. Все равно проиграл. Это все ты видел. Мы ценим твои усилия. Хреновенько. Это ему в руку зашло, просто все хорошо. Просто понимаете, это как зашло, а? Было бы одним существом меньше, я бы там ситуацию разрулил бы даже. Хотя нет, у него оружие в руках было, это все равно никакого значения не имело бы. Нужен был даун. Да, а у него как раз там под рукой карты на таунт оказались. Снова Казакус, а? Возвращаемся к истокам. Я слышу зов. Нет, я хочу Заханачу. И ни за кого больше. Все. Я буду играть только Заханачу. И ничего не знаю. И сейчас он мне Аю такой выдает, знаешь, знаете. Ну вот Аю тебе держи. Ты все равно за нее не поиграл. Поиграй как следует, а потом, может быть. Казаку! Нет, он не дает Казакуса, а? Мой. Еще и подрывницу дает, а слушай. Ну, не задалбывай меня так, а? Просто дай мне кого надо. Все. Да ты издеваешься, а? Город мой. Слушай. О, пацаны, смотрите, эпик матч, а, слушайте. Я слышу зов. И Ханчо в руке у Ханчо. Я даже для прикола его в руке оставлю. Понимаете, да? Понимаете, да? Клонирует просто. Ладно. Черт, конечно, по идее, мы должны были эти карты убрать, наверное, по-хорошему. Ибо нахрена я так сделал. Ой, нужны были еще. Хорошо.
Шо я ему заход там в зелку сварил? А я заход взял за бадфал вон этого Кадой, уже он 4 дэмэджа наносит, понимаешь, какой он мощный. А ты нет. Стой, кто идет? Стоп. На. Интересно, а Казакуса в руку Казаку сможет прийти? Не, ну как-то, конечно, нелогично в этом плане Blizzard сделали. Да, понятно, что карты все берутся из прибамбаска. На них кого-то и делается из случайных абсолютно карт. Ну и чё? Нафига это было делать? Я типа думаешь, не разменяюсь. Ну вот, разменялся, все. Ну и что ты сделаешь теперь? Зелье на меня свое кинешь. А, секрет он поставил. Ладно. Это зелье превращения, очевидно. Вот 100% зелье превращения, значит, нам нужно какое-нибудь ненужное существо выставить. Ой, такое есть. Вот давайте, ее не жалко поставить. Угу. Теперь кастет уже покруче будет, даже. Еще одно зелье? Ой, да ты издеваешься, слушай, а? Дай мне кого-нибудь поставить. Все, что нас ушивает, делает нас грокни. Это, конечно, хорошо, что мне существа такие приходят в руку, что я могу их подставить и разменять на зелье превращения. Ну, блин, а. У меня не бесконечный притон таких существ, наверное, а? Слушай. Хватит зелье это эти ставить. По сути, 5 маны ему это стоит. Это главное, чтобы из силы героя вывалилось оно. У меня, смотрите, уже достаточно много хорошо забафанных существ. И у меня еще латутный кастет есть. Так, вытащу кастет и надеру ему морду. Не задница, конечно. Ну, давайте посмотрим, ханчо. На кого его можно забафать? В принципе, все существа под это подходят. Но лучше всего, конечно, патрульный коду. Либо будет 9 единиц атаки. Слушай, он ливнул, походу, а? Ну как же это бесит! Вы можете нормально играть? Я буду пожаловать при бомба! Наконец-то он проснулся, а? Кристалл так разменялся. Ну ладно. Окей, ладно, 9-9. Так 9-9, как скажете. Ну, лучше бы, если было бы это Кадо я забафал. Вот была бы тема. Кстати, я думал, что на нем всадник сидит, а оказывается, он просто какой-то мусор там переводит. Надрессировали Кадоя, чтобы патрулировал улицы при бомбаске, кек. Бедный Кадой. Вот опять он АФК, а? Я сейчас усну нахрен. Хорош уже. Выходи, делай что-нибудь. Леопольд, чертов. Леопольд без Оскара. Ай, ну
когда я нормально, слушайте, на запись смогу поиграть, а? Почему мне вечно в хороших, прикольных потасовках, за кого я действительно хочу поиграть, встречаются вот такие дурацкие штуки? Либо просто противнику приходит имба в руку, и он меня нагибает. Сейчас разберем. Твой противник вышел. Очевидно, это завершение. Финал. Гран-финал. Ну ладно, хотя бы козу я выставлю, эпично выиграю его. Сейчас разберем. На. Ну шикарно, мы поиграли за трех персонажей, конечно, кроме как Зая, нормально поиграли. Хотя и за Ханчо бы не сказал, что нормально поиграли. Но что-то прикольное в этой потасовке даже есть. Так что, ребят, всем рекомендую, кто еще не играл, сыграйте в это чудо. И веселитесь, а с вами был Павел Первый, ждем мы Онгоро. Копите мне на паки, как я говорю в начале ролика, да? Недорого же стоит, всего-то каких-то там 2500 рублей за 50 паков. И будет новый ролик о том, как я открываю паки. Да-да-да, ага. Короче, ребят, жду вашей помощи. И ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавьте ролик себе, тары-пара-папам. Короче, парам-папам, пока всем.